Сегодня мы посещаем такое интересное место. Брахма Арама Вихара на севере Бали. Храм буддийский. Он построен совсем недавно, но он очень интересное место. Хотя вроде кажется, что он такой старинный, но он совсем недавно построен. Добираться отсюда сюда не так далеко. Хорошая дорога. Сейчас территория достаточно ухожена. Так, давайте зайдем внутрь. Вход свободный. Стоит 25 тысяч. Раньше стоило 20. Сейчас цена стала выше. Такие вот статуи здесь. Интересные. Такой пруд зеленый, тут где-то плавают птицы, рыбки. Так выглядит входная группа. Здесь тишина. Правда, дорога мешает звук дороги. Интересно, здесь висит инструмент, музыка. Такая неподражаемая здесь. Это все построили недавно, буквально за год. У меня есть видео сверху, с дрона я снимал. Здесь все было иначе. Это вот недавно построили здесь такой вот водоем. Саронги выдают здесь бесплатно. Красивый инструмент. Добавляет колорит.
достаточно туристов сегодня много. Сегодня суббота, поэтому есть посетители. В 71 году, видимо, его реновацию делали. Здесь обязательно надо снять обувь. Вверх туда, там большой такой храм есть, ну относительно большой, большое помещение, где тоже, наверное, молитвы. Такая лесенка появилась тоже совсем недавно, и вот эти все фонтанчики тоже недавно сделали за время пандемии. Практически тут что-то был ремонт, все. Я сюда приезжал несколько раз, можно было посещать это место. Потом совсем было закрыто это место. Ну, вот, вроде все оживает. Это действующий храм буддийский. Thank you.
территория не такая, конечно, большая, но ухоженная. Отсюда было солнце с утра, но что-то вот сейчас как раз над тем местом, где сейчас мы находимся, облачно. Но в принципе не жарко, хорошо, потому что когда палящее солнце, вообще просто тяжело здесь находиться. Хочется сразу укрыться в тень. Многие приезжают сюда на целый день. И сейчас мы дойдем до ворот. Практически символ Бали. Такие ворота там. Сейчас я впереди покажу. Там и видно их. Между добром и злом, или как они называются. Еще раз снимаю. Если получится. Я снимал первый раз этот храм в 2016 году, когда второй раз приезжал на Бали. И у меня где-то есть видео, снимал я с дрона. Сейчас тут бесполетная зона для дронов. Я не хочу нарушать традицию, уже за нее запрет. И я думаю, что я выложу старое видео, которое ранее снимал. Там, конечно, будет отличаться видео от того, что реально сейчас, но основные здания тут так и остались, сохранились. Подходим к самим воротам. Здесь открывается вид на Балийское море. Камера, конечно, не очень видно хорошо. Видно, что на побережье солнце светит, здесь прохлада достаточно такая приятная. Такие вот леса рядом, и холмы, не знаю, не видно, наверное. Сейчас попробую дойти сюда еще.